Плодовый питомник личного приусадебного хозяйства семьи Макаревич богат яблонями. Это и дальневосточные мелкие ранетки, полукультурки и крупноплодные сорта. Соберетесь посадить яблоню, знайте, это не так просто. Только саженцы нужно будет растить года 4. Семье из 3 человек 5-7 яблонь в саду хватит на все случаи жизни. Сергей Алексеевич советует начинающим посадить дальневосточные полукультурки кисловато-сладкого вкуса. Они всегда дают плоды. Это, как правило, очень продуктивные, высокие вкусовые качества, яблоки некрупного размера. Вот. А крупноплодные сорта более подвержены различным заболеваниям, больше боятся морозов. Но, тем не менее, яблоко крупное, тоже вкусное и очень сильно радует глаз. Чтобы оградить от морозов, крупноплодные сорта высаживают наклонно и на зиму укрывают. Яблони требуют постоянного ухода. Обрезка, лечение ран, подкормка и удобрение почвы, обработка от вредителей и болезней. Наша дальневосточная ранетка, которая на дереве практически несъедобная, терпкая, ну, правда, кисло-сладкая. И с нее получается очень изумительное варенье. Люди старшего возраста говорят, вкус знакомый с детства. Урожай яблонь приходится на конец августа, сентябрь и начало октября. Рекорд семьи Макаревич – 70 килограммов яблок. Даже с таких небольших обрезанных деревьев полукультурных сортов. Екатерина Богдан, Ульяна Сотникова, Александр Ковалев, Телемикс.